День информирования уже зарекомендовал себя как эффективная возможность коммуникации властей и населения. И такие встречи ежемесячно проходят в трудовых коллективах. ЖКХ-комплекс посетила заместитель генерального директора ЖКХ Минской области по экономике. Светлана Погребешная отметила, в год качества приоритетное внимание планируется уделять формированию у граждан личной ответственности за достижение высокого качества жизни. А качество работы, строгое соблюдение технологической дисциплины являются условиями повышения благосостояния человека. Нельзя забывать и о современных формах контроля качества и организации труда. Были освещены вопросы по пожарной безопасности и уделено особое внимание году качества. Были представлены ответы на задаваемые трудовым коллективом вопросы. Ну, будем надеяться, что в дальнейшем работа будет опять-таки направлена коллектива на повышение качества, на сотрудничество.